Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать яйца. У нас есть несколько видов. Значит, первый вид – это яйца Винни-Пух. Его друзья. Второй вид – Дисней Микки Маус. Третий вид – Зверополис. Четвертый вид – Холодное сердце. Холодное сердце с Эльзой и Холодное сердце с Анной. И вид последний — София Прекрасная. Ну что, начинаем распаковывать. Первое яйцо идет у нас София. Мусор, другое место. Кто же у нас попался? Это друг Софии. Птичка. Вот такая игрушка у нас в Софии Прекрасной. Посмотрим вкладыш. Все игрушки этой серии. Пока мы ее поставим на место, в коробочку. Следующее яйцо – это холодное сердце. Да, они все плохо. Пройдем их. Открываем. Что же у нас внутри? И у нас попался охранник замка. Ну, я его, по крайней мере, так называю. Вот такой у нас охранник. Снежок это, по-моему. По-моему, это снежок, да. Вот такой у нас снежок. Маленький в шоколаде, ничего страшного. И посмотрим всю коллекцию. Вкладыш. Вот такая у нас коллекция всех. Герои холодного сердца. Вот. Ставим его сюда, на место, где это яйцо было. Следующее. Вот такое. Оп. Ты крас цепится. И кто же у нас попался тут? У нас подвеска. Это Олаф. Вот такая подвеска. Ему на ниточку. Вот такой Олаф смешной. Мы его тоже сюда. Итак, продолжаем. Следующее яйцо тоже холодное сердце. Что в нем попадется? Это
убираем. И у нас вроде попался опять подвеска. Это у нас Анна. Так, сегодня немного подвесок. Вот такая Анна в шапочке. Очень красивая. Тоже кладем сюда. Еще раз посмотрим на вкладыш. Убираем. И следующее яйцо Эльза. И опять у нас подвеска. Что такое? Это у нас Кристоф. Тут как-то много подвесок сегодня. Вот такой Кристоф. Мы его тоже кладем. И последнее яйцо из коллекции «Холодное сердце». Что же там? Решительный момент. И у нас попался друг Кристофа. Вот такой человечек. Лесной, наверное. Они вообще камни, они превращаются в человечков. Сейчас я поближе делаю. И следующий вид коллекции – это Зверополис. Это у нас Миш Барашкинс. Овечка. Вот такая коллекция у нас фигурок. Зверополис коллекцион. Я уже вскрыла яйцо, и у нас попалась мисс Барашкинс. Вот такая она у нас. Хорошенькая, маленькая. Давайте посмотрим на вкладыш. Вот такой вкладыш у нас. Вот он. Открываем следующее яйцо. И тут у нас Ник. Ник Уайлд. Вот он такой Ник. Хитрый лис. Мы его положим, поставим на его место. Следующая коллекция это Дисней. И это у нас Пит. Вот такая коллекция. Вот такой Пит.
страшно. И это у нас Минни Маус. И последняя коллекция — это Винни-Пух и его друзья. Вот такое яйцо. Здесь коричневое, здесь белое. Хорошо. Яйцо отходит. И это у нас Винни-Пух. Спит с подарками. Вот такой брелочек. Веревочка к нему. Вот такая игрушечка. Сейчас посмотрим вкладыш. Это новогодняя серия, оказалось. И последнее яйцо. Это у нас тоже новогодний. Хрюник, как того, пятачок. Вот такой у нас он. Смешной. И тоже с веревочкой. Это игрушки, пойди на елочку. Еще раз вкладыш показываю. На этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем пока!